Добрый день. Я только что видел пресс-конференцию руководства скорой помощи Одессы и Одесской области и хочу сделать заявление. От лица областного совета, от всего депутатского корпуса хочу прояснить ситуацию, которая сложилась вокруг скорой помощи, областной, также городской. На крайней сессии областного совета было проголосовано о выделении необходимых средств до конца года, даже не до конца года, до начала февраля следующего года для горюче-смазочных материалов, для зарплаты и всего необходимого, в том числе и лекарств. Данное решение сессии было передано нами в кратчайшие сроки. И сейчас вся ответственность на невыполнение решения сессии областного совета лежит на департаменте здравоохранения Одесской областной державной администрации. Хочу сказать, что все, что необходимо сделать для того, чтобы уйти от этого искусственно созданного кризиса областной державной администрации, это подписать распоряжение. Распоряжение подписывает Татьяна Кривая, глава департамента здравоохранения и соцзахиста.